Одним из лучших воспоминаний о наших поездках за рубеж осталось время нашего пребывания в одном из необычных отелей в джунглях западного Таиланда. Здесь удивительно все. Для начала добраться в этот отель можно только на лодке. Точнее, последняя часть пути из 60-километрового отрезка, отделяющего отель от города Канчанабури, приходится на путешествие по воде. Ривер Кварис Отель уютно расположился на берегу реки Квай Ной. Это пристань отеля, от которой начинаются все приключения и экскурсионные программы. Набережная отеля, как и все здесь, романтична и располагает к безмятежному созерцанию сказочной красоты девственной природы джунглей. Здесь мы отдыхали днем, а вечером читали звезды под ночные вздохи сонной реки. Отель потрясающе гармоничен и вписан в джунгли с наименьшим ущербом для окружающей среды. Курорт состоит из небольших тайских домиков под соломенными крышами. Внутреннее убранство под стать внешнему. Вся мебель выполнена из бамбука. Все домики разбросаны и спрятаны на территории отеля так, что их гости встречаются только у бассейна, на тайском массаже или в ресторане. Ривер Кварис Отель – традиционный отель высшего туристического класса. И несмотря на свои 3 звезды, это отель категории «Делюкс». Здесь есть все привычные современным отелям услуги, но все это обрамлено в потрясающую экзотическую упаковку.